Как зовут ее? Забыл. Галина? Нет. Галина? Это тихо-тихо. Какое трио? Зачем? Места занимают. А вон наша Лена. Ее зовут не Лена, а Света. Так, я не знаю, у меня пошла. А Цыганова никто и не узнает. А где он? А вон он, слева. Вон, да. Ну, хорошо. Пойдем уже, все, хватит. Фильм о том времени, конца 50-х, начала 60-х годов, когда мы, прильнув к радиоприемникам транзисторным, слушали голоса, когда мы слушали рок-н-роллы, когда некоторые пытались выбрать свободу и перейти границу, или переплыть студеное море, многие погибали. Кто-то вырывался на простор, Гагарин, открывая для себя огромный-огромный мир. И всегда существовали такие простые советские люди, как мы говорили тогда, доверчивые, наивные, простодушные, которые сотворили кумиров для себя. Такие люди, которых вот сыграл в этом фильме Евгений Миронов. Я с большим удовольствием приглашаю на эту сцену режиссера-постановщика Алексея Учителя и исполнителей главных ролей Евгения Цыганова, Елену Лянову. Прошу вас. И всю творческую группу фильма «Космос как предчувствие». Даром я почему-то так у меня получается, что все свои картины я снимаю или в самом Петербурге, или где-то близко от него. И в частности, вот эта картина снималась в трех таких как бы небольших городах: Волхов, Сестрой, Кронштадт, Тернобыльск. Я думаю, что если что-то у нас у всех получается, то это благодаря тому, что мы все выросли, родились. Во всяком случае, большая часть
в нашем замечательном городе. Ему огромное за это спасибо. Второе, вот вы знаете, поверьте, что я ездил по фестивалям и в разных кинотеатрах выступал, говорил, но нигде мне не было так хорошо, уже не первый раз. И поэтому огромное спасибо всем тем, кто нас пригласил и работает в этом совершенно потрясающем кинотеатре «Аврора». Те, кто есть сначала на сцене. Актриса Елена Лядова. Дебютантка, первый раз. Первая роль в кино, большая страна. Актер Евгений Цыганов. И Глеб Никульский. Валентина Спирова, это наш главный финансист, и я сразу уточнил финансовые вопросы. Художник нашей картины, которая, мне кажется, нашла уникальную натуру, вот я думаю, что вы оцените, когда увидите картину, Вера Евгеньевна Зелинская. Декоратор, тоже Рябцев Николай. И сразу хочу вас поаплодировать. К сожалению, он не смог приехать. Человек, с которым мы уже делаем третью картину, оператор-постановщик Юрий Клименко. Ассистент по реквизиту Ольга Сазонова. Директор картины Лариса Маевская. Заместитель ассистент режиссера по актерам, очень много подобравшие замечательные типажи, Светлана Лусе. Тоже ассистент по актерам, Вика Мельникова. Художник-гример Клавдия Малыш. Вот я первый раз убедился в своей как бы кинопрактике, насколько важны для картины, вот для эпохи, для передачи костюмы. Замечательный художник по костюмам Галина Деева. Гример Марина Лебедева. Ассистент художника по костюмам Света Шарова. Лена Быстрова, которая чуть позже подключилась к этой картине по административной линии. Она учится в АБГИКе, это будущий продюсер. Я уверен, что мы с ней еще сделаем. И, вы знаете, в зале много действительно людей. И если, конечно, они захотят, если они не постесняются, я попрошу их встать. Это те люди, которые реально работали и внесли огромную лепту в эту картину. Я попрошу вас поприветствовать, потому что здесь вся наша многочисленная группа, и им огромное-огромное спасибо.